На фестиваль «Форма Маркет» заявилось 40 участников, которые захотели поделиться с горожанами своими уникальными работами. Посетители могли приобрести совершенно разную продукцию, от женских украшений до сладких подарков. Многие дизайнерские вещи люди увидели впервые. Сейчас современный тренд – это соцсети. И многие участники впервые показывают свою какую-то продукцию широкой публике. Их видят обычные люди впервые. То есть, да, молодежь, которая там пользуется социальными сетями, да, она с ними знакома, там так или иначе где-то выпадают в лентах новостей. Люди, которые от этого далеки, вот, может быть, там, в силу возраста или в каких-то иных обстоятельств, они не знают. И вот тут мы познакомились друг с другом, где-то начали уже даже договариваться о каких-то совместных проектах. Мы изготавливаем свечи из натурального пчелиного воска. Натуральный воск пчелиный, он хорошо пахнет, прям медом. И когда мы его заливаем, вот этот аромат, он раздается на всю комнату. Когда люди зажигают наши свечи в своих домах, этот аромат он передает. Представляем свои изделия. Это роспись по керамике, ручная работа. Делаем зеркала, делаем часы, тарелки расписываем. Именно изделия для интерьеров. Мы делаем изделия из стекла, витраж, техники. Сегодня у нас представлены флорариумы в основном, и вот на втором дне мы представили лампу настольную. За два дня проведения фестиваля любой желающий мог прийти на бесплатные лекции. Темы спикеров были посвящены творчеству, архитектуре и продвижению. Наша лекция была о том, что 2GIS реально помогает людям жить в городе. С помощью этого мы помогаем людям ориентироваться в городском пространстве, не тратить свое время, не тратить свои деньги на излишние походы по городу. На площадке «Форма Маркет» посетители смогли не только посмотреть на изделия ручной работы, но и посетить любой мастер-класс. Например, каждый желающий мог заняться рисованием песком. Но ничего подобного. Я не видела здесь столько много нового товара, причем и творческого, и востребованного одновременно, и по реальным ценам. Я приобрел вот такую вот сумку с улиткой. Сделал оригами вот такое вот в виде сердечка. Вы знаете, приобрести ничего не успели, но приятно удивлены тем, что у нас все-таки в Оренбурге не умирает культура, создается все ручное, это ценится сейчас. Очень приятно на самом деле наблюдать, смотреть. По словам организатора, следующий фестиваль «Форма Маркет» может пройти уже этой осенью под открытым небом. Екатерина Роженко, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ.